나왔나? На материалы с них не добыть. Добыть, но мало. Но зато прокачивается вроде бы. Сюда. Что это такое там в углу?
куда нам надо. Или вот через так, как-то так, через так. Может, действительно в храмовый район. Обычная корыта. Что здесь? Найти бутылку ритуального вина. Вот оно там. Вас обнаружили. Сейчас кокнут. Вот еще и желтенький. Ну, скотина, скажите. Ну, ничего. С каждым убийством у меня прокачивается... Чего прокачивается? Прокачивается... Броня. Зивкина. А еще что? Убить Зивкина. Чего-то еще. Два, что убить Зивкина. Прикрепить чего-то там к чему-то. Так. Чего-то к чему-то прикрепить.
такой большой, а так мало у него этого самого чего-то там. Сгорел. Так, одного прикрепили. Одному прикрепили. Жучок какой-то там. Жучок. Так, а вот где здесь? Спасибочки. Мне вот этого вот нужно чубчика оприходовать. Чубчика кучерявого. Вам еще один. Какая удача. О, ура, ура. Теперь можно погибнуть. Обстреливают оттуда, ребята. Ой, господи. Это подлинненько так обстреливать. Так, а здесь мы вроде бы все уже выполнили. Или нет? Хранилище трофеев, оружейное мемориального района. И чего это?
это разрушение мемориального района. Наглая девушка какая. Эта штука разрушение мемориального района и это не там, не там, а где? Вот здесь. Ну все, хана. А, нет, можно сбежать. Спастись бегством. Так. Где эта штука? Далеко. Нет, не далеко. Так, а там красненькие атакуют.
бьются за то, чтобы захватить синих. Так. Никак мне не добраться до этой грёбаной двери. Пустили. Значит, я сундук трофеев костяного осколка. 60 каких-то там. О, фиолетовое что-то. Даже. Получил. 60 осколков чего-то. Собрал. И это мне дало возможность. Ух ты, синий. Рецепт какой-то, еще что-то. И это мне дало проход вот сюда. О, мемориальный район. Такая прелесть. Мешочек. Алхимические бутылочки. Алхимией что-то я не занимаюсь. Забросил алхимию. Конечно, лженаука, алхимия, но все равно. Нет, эти взять нельзя. Дяденька, отдай золото. У тебя много, а? Пригорюнившись какой-то сидит. Бутылочка. Алхимическая бутылочка. А в мастерскую незачем ходить, которая рядышком, потому что о чем мне там варить в этой мастерской, или у меня нет для нее ингредиентов. Так, все, собрал, что только можно. Что тут у нас? Проект «Бретонская урна». Лазурованная. Вы уже знаете этот рецепт. Подлость какая. Так, кольцо силы воли. Увеличивает максимальный запас здоровья на тра-та-та. Кольцо спригана. Часть набора силы воли 0 из 3. Это морозный посох силы воли. Так, это мы. А это что такое? Ремесленный мотив 17. Зивкинские пояса. 9 уровень любого из следующих пассивных способностей. Обработка чего-то там. Обработка металла, шитье или столярное дело. А у меня нет этого 9 уровня. Что это за 9 уровень? Ой.
Это нужно академию окончить. Посвященную вот этой вот игрушке. Сейф нулевого легиона. Собрать все. А это что такое? Ремесленный мотив 17, зивкинский топор. Это они специально. Морозный посох силы воли. Это они специально. Ремесленные мотивы эти, которые некуда девать, подсовывают. Чтобы золото вытягивать из нас, мы на него увеличиваем количество ячеек в банке или в инвентаре. Силы воли это, но пока у нас лук есть. Так, что здесь у нас? О. Так, крепкое здоровье, неутомимость увеличивает максимальный запас сил. А это что это? Крепкое здоровье. Так, берем. Оп. Так. Сменили одно крепкое здоровье на другое крепкое здоровье. Все, хватит. Пошли отсюда. Так, где у нас мастерская? Мастерскую. А вот дали посетить. Это надо продать. Ничего хорошего есть в этой мастерской. Стальные сабатоны запаса сил. Стиль высоких эльфов. Почему они у меня не одеты? А что у меня одето? Сабатоны истязателя. Тоже хорошо, конечно. Запас сил максимальная. А здесь еще. Истязателя 2 предмета, 3 из 5. 3 предмета 3 из 5. Из 5. Усиливает эффекты камней Мундуса. Такой Мундус. Так, вот это можно разобрать, а это продать. Все, зашли в мастерскую. А стол ювелира нам
ювелиры только для тех, кто платит за игру. Такая несправедливость. Здесь только не хватает этого котелка. Да. Котелка не хватает на огне, потому что мемориальный район, а это балкон оружейный мемориального района. Уже это наш, это есть наш последний и решительный бой. Что-то здесь никого народу, а кто будет охранять, служить и защищать? Опять красный, оттуда он все время шмаляет. Такой шалунишка. Меня в другой район запросит, к счастью. Нет, все тот же. А надо уже в другой как-нибудь перемещаться, потому что там есть другие. Что это не девушки вообще, не тетки ни разу. А чего вы ждете? Ривкина, наверное. Они Ривкина, наверное, ждут.
Надо перемещаться в другой район. Какой-нибудь. Так, это у нас что? Это у нас. Нет, это у нас мемориальный район. Из мемориального района мы переместились в Дендрарий. Нет, не хочет реагировать на нас. Нехороший. Здесь никого вообще. Инвентарь. Оба нам шмальнуть, так сказать. Шмальнуть. Если только толпой можно что-то делать. Не выдержать против троих. Мы еще магию вообще не используем. Вообще. То есть совсем. Здесь что? Так, это мы где? Это мы здесь. Найти пропавшие имперские документы, убить дайдротов и огненных атронахов. Тьфу. Дендрарии. Ладно, пусть убивают. Это слишком сложно. Нас. Это нет, это хранилище трофеев планерной брони. А это хранилище трофеев костяного осколка. Это где эльфийские сады? Ладно, тогда будем умирать. Эльфийские сады. Так. Эльфийские сады. Запомните. Районом знати. А может просто веревочки идти, веревочные лестницы. Рядом расположены. А эти совсем не рядом даже районы.
нужно в Обливион играть, чтобы знать, где какой район расположен. О. Хранилище трофеев планарной брони. Планарной. Ну. Хранилище трофеев планарной брони. Во, сюда могут войти только те, кто собрал 60 осколков в сокровищнице. Что такое 60 осколков в сокровищнице? Где их собирать? Дурь какая-то. Тик. Во. Этот как его? Красненький. А что еще здесь делать? Ой. Ничего себе. Так. Зачем он вскочил? Инвентарь. Ничего здесь нет. А, о. Вывести из строя западную кузню. Это. Ага, мы опять в этой фигне. А зачем? О. Спасти подданных империи. Где? Нет. Это туда куда-то. Нет. Это туда куда-то. Да. Спасти подданных империи. Чё он не приседает-то, зараза? Ну...
такое с ним происходит? Ага. О. Мемориальный район. Так. Там эти подданные. Но мы же с ним не справимся. Потом он не один. Вообще здесь только толпой можно бегать, прыгать, убивать, радоваться этому. Одному здесь нечего делать. Почти. То есть совсем. Для стелса нужно другая броня нужна для стелса. Желтенький с кем-то дерется. С красненьким, что ли? Нет. С НПСовцами. Спасти рядового Брайана. Это кто? Это наши. Вроде бы. Или чужие. Обливион. Ой. Так а чего? А. Вот, сундук. Ага. Это хорошо. А почему они не подождали, когда следующие выйдут? Или они через час выйдут? Спасти рядового Брайана. Захватываем как бы флаг, как бы захватываем, как бы район будем контролировать, типа контролировать район, как бы захватив флаг. Но прямо излучаю радость. Все, Гитлер капут. Теперь мы чебурашки, и каждая говняшка. Так.
и желтенькие пришли нас убивать. Зивкин, что ли, или кто там? Или где? Тик. Пустячок. Этот какая-то тремора или... Мантракора. Хрень какая-то. Так, а кто меня? Меня гробят эти желтенькие. Между прочим, мне нужно спасать рядового Брайана. Мне как раз желтенькие напомнили. Обстреливай меня. Где он? Так. Так. А где? Ага. Спасти подданных империи. Найден вход в канализацию. Круто. Найден хранилище трофеев эфира. 60 осколков сокровищницы. Что за осколки? Сокровищницы. Какой сокровищницы? Где эти? Какого? А, о. Спасти подданных империи. Прошли. Чё они в канализации их держат? Вот. Спасти подданных империи. Непонятно. И где эти подданные? Бежал там, вроде бы. Куда-то. Что вообще происходит? Ребята, а как пройти в библиотеку? А, вот они, подданные империи. Так, 5, 7. Так. Пройти в библиотеку. Подданные. А, мы в другом районе. Спасти подданных империй. А здесь что? Хранилище трофеев когтей. Да нас не пускают ни в какие хранилища. Хранилище трофеев чудовищного зуба. Хранилище трофеев легионеров. Оружейное района знати. Оружейное мемориального района. Оружейное дендрария. Здесь, наверное, тоже какое-нибудь оружейное есть. Но мы ее не открыли.
Так. На этой оптимистической ноте заканчиваю наше повествование. Привет мне, если я посмотрю это.